Всем привет, с вами Димаста. Мы продолжаем играть в Гаррис Мод. Только теперь на другой карте со Слендером. Оп! Твой... Не, ну это... Очень смешно, конечно. Как Юнипер взять записку? Чмо. Грёбаный Слендер. Тупая тварь. Зачем так пугать? Мразь. Вовремя, конечно, выключилась грёбаная камера. Эта карта пострашнее, чем предыдущая, конечно. Называется она Slender Forest. Тут столько деревьев. Давайте пойдем по тропинке. Может, она куда-нибудь нас приведет. Такой типа тропинки зеленой. Опа. Тут должна быть записка, я это чувствую. Там что-то зеленое светится. Ну или это глюк. Don't lock off Itakis you. Не знаю, что это значит. Я же говорил, у меня плохо с английским. Если, если вы смотрели мои предыдущие всякие видео, там, на вот ластном прохождении, ну и так далее. Ух ты, это здание. Вау. Короче. Не надо появляться с угла, пожалуйста. Что за звуки? На что умеет закрывать двери? Открывать их. Где эта гребаная записка? Может быть, пойти туда? В подвал? Чмо. Это, наверное, просто скрипт сервера. А, и лагает. Мразь! Слышал Слендера. Мразь. Значит, мне не показалось. Тварь, а. Грёбаные коридоры. Боюсь. Ну, это, конечно, меня не очень напугало. Но... Точнее, это меня даже не напугало, но то, что он мог меня убить, это меня бесит. Ну, это как-то слишком часто появляется, тварь. Грёбаный свет. Здесь нет записки. Опять слышно, как дверь закрывается и открывается. Какая-то хрень здесь стоит. Мразь. Опять Слендер.
пытается меня напугать. Давайте побежим. Ну пока Сандер не особо меня пугает. И вообще не пойму, куда я делал. Что это? Тварь! Грёбаный свет. Включайся. Отлично. Там, наверное, записка по-любому. Я в этом уверен. Машина. Да мразь! Нет! Капец. Подписывайтесь, ставьте лайки, короче, всем пока, комментируйте.